Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! С вами Виктор Фурсов и Волгин Михаил из Киева. И сегодня мы собрались в парке университета, около метро университет. Здесь тихо, жарко. Сегодня 4 августа 2017 года. Да, день был очень жаркий. Удивительно. Здесь как раз под сенью вот опускающегося солнца, вечером даже плюс 30. А вот мы сели на скамеечку и решили поговорить на довольно такую, ну, актуальную тему. Да, вот и у меня возник вопрос, когда я шел, хотел спросить: Михаил, а вот зачем снимают блогеры видео? Вот как у вас появилась такая идея снять видео? Я, Виктор, не могу говорить за всех блогеров, их очень много, наверное. У каждого свое, конечно. Да. Ну, я раньше писал газеты. Да. Писал газеты. Статьи такие. Статьи разные, да, на исторические темы. А потом, ну, это надо бегать по редакциям. Потом печатать. Ну, больше всего изматывает по редакциям бегать, когда ты упрашиваешь, он тебе ставит. Редактируют еще очень сильно. Что-то вырезают, да. Статья пишешь на 10 страниц, говорят, оставь 5. Да, потому что все это связано с оплатой. Вот. Ну, и когда получилась возможность такая снимать видео, я зарегистрировался на Ютубе, начал снимать, и снимал их совершенно бесплатно. Почему? Потому что я, как историк, как вообще человек с активной позицией, комментировал различные общественные явления, которые происходят в обществе. Но должен сказать, что я пенсионер. Пенсия у меня 2600 гривен, квартплата забирает большую львиную часть этого, питание вообще не говорить. А это аппаратура, конечно, это конечно. Исправность компьютера, это клавиатура, это работа над редактированием, да. Да. И это связано с поломкой техники, это затраты. То есть да, у меня начались перебои. А некоторые пользователи сказали, вы можете заработать в Ютубе на рекламе. Да, но как вы это сделали? Ну, там специально нажимаешь кнопочки, там монетизировать. И включается такое свойство, маленькая монетизация от Ютуба. Там свои хитрости, да. Ну, то реклама, то они снимают монетизацию, то они ее разрешают повторно. И я уже знаю, полгода уже как бы эту монетизацию включил. Однако доход... Я лично... Очень маленький. Ютуба доход может есть, но я вот лично не получил на руки. Еще ничего? Ничего, абсолютно. Там виртуально висит $74. Да, а оказывается, в принципе, есть возможность проверить, сколько же ютубер зарабатывает деньги. Я вам такое рассказывал, расскажу нашим слушателям. Есть такой сайт Social Blade. Если туда вставить линк как раз того канала, на который мы смотрим, Михаила Волгина или Фурсова Виктора, и этот Social Blade посчитает автоматически, сколько же мы примерно, может быть, зарабатываем от низшей до высшей в месяц и даже в год. Рамки такие. В рамках таких. Однако на самом деле как раз это идет от низшей, как показывает опыт. Например, у Михаила я проверил, у него, кажется, стоит $30 в месяц, а у меня стоит $20 в месяц. Тут-то смешно. А вот у вас набежало 77, и вы еще их даже и не видели. Не видел. Нет, там не 77, там, по-моему, 74. Да, но за 3,5 месяца, пока вы только включили, и даже больше. И, в общем-то, денег я этих не получил, а там, оказывается, есть еще какие-то, я даже, не, ну, как бы говоря, хотел бы, конечно, чтобы мне помогли, потому что это актуальная необходимость. Но через рекламу некоторые пишут, я написал, прошу помочь да, самым каналу. Таким простым способом. Я скажу, что да, ну, много, может быть, на 500 человек, 2 человека найдутся, которые помогли. Вот мне мои друзья из Соединенных Штатов прислали камеру. Вот, все-таки, хотя некоторые ютуберы говорят, ну, это некрасиво так заявлять о себе, вот так просить денежку. А я считаю, вполне нормально, все-таки они где-то смотрят, у вас погибла камера. Они смотрят мой канал, да. И видят, что она камера, это используется реальным способом. Да, и они мне прислали камеру, большое им спасибо. Да, да, выражаем спасибо, мы знаем этого подписчика, спасибо, да, большая, спасибо, спасибо. Большая камера с хорошими показателями. Да, хорошо нас слышно, хорошо вот, видно. Мы на нее с Виктором снимаем последние видео, свои беседы.
Да, но я еще скажу, что вот вы сказали за рекламу, многие смотрят просто на любой же, в принципе, канал и говорят, ну, ютубер там вообще лопатой гребет деньги. Да. Как я сказал, во-первых, вот даже официально можете проверить для любопытствующих. А потом самое главное, что какие бы ни были просмотры, например... Для того, чтобы денежка капала. Да. Просмотров недостаточно. Сам просмотр ни о чем не говорит. Абсолютно. Вот Михаил видео смотрит очень хорошо, например, некоторые. В день 500 просмотров, 1000 просмотров, а за неделю может быть даже 10 тысяч просмотров. 10, однако, просмотров. Это не говорит о том, что за 10 тысяч просмотров пришло $100. Ничего подобного. Суть-то здесь не в просмотрах, как оказывается. Просмотров может быть много, а суть в том, что иногда на этом видео появляется маленькая реклама, большая или маленькая. И вот только тот, кто кликнул на эту рекламу и потом посмотрел 30 секунд эту рекламу. То есть реклама, она не просто так появляется, она появилась, на нее нужно кликнуть. Кликнуть, не закрыть ее просто крестиком, а именно чтобы посмотреть. Она откроется в другом окошке, вы и как любопытствующие посмотрели все-таки там, может быть, из уважения или из любопытства. И только тогда автору ролика... Капнет из вот стран Украины, России копеечка. А если кто-то посмотрел из страны такой, другой за рубежа Америки, США, Канады, Европы, капнет 10 центов. Вот и все. И все. То очень, очень микроскопический такой доход. Я не знал об этом. Да, многие говорят, они там лопатой просто гребут. А вот этих, кто кликнет, из 10 тысяч будет всего лишь 10 человек на самом деле. Кто посмотрит рекламу. Поэтому, собственно, и рост вот этой суммы, она... Очень-очень медленный. Она как-то не соответствует тому, что блогер набегает вот за эти... Конечно. По городу, под жару, под 36 градусов или в мороз. Тем более, что обычно, если блогер все снимает не коммерческие видео, не рекламирует, не знаю, одежду, какие-то красоты, машины, там какое-то оборудование, электрические приборы. Без коммерческого интереса. Без коммерческого интереса народ... На такую рекламу обычно очень редко смотрят. Однако, вот вы сказали, что вы сделали такое небольшое объявление, помочь каналу. Да, я да. считаю позитивно. А есть еще такой вот даже сайт, на котором мы тоже повесим объявление о том, как мы планируем развивать проект по истории и общественному развитию. Он называется Patreon.com. Это такой официальный сайт, на котором многие люди, которые занимаются искусством, культурой, образованием, создают свои небольшие странички, проекты такие, и говорят, вот наш проект, вот наши, чем мы занимаемся, что мы планируем сделать. Вот мы планируем, допустим, сделать скульптуры, написать книги, планируем фотографии написать, книгу с фотографией. И пришлите нам вот на такой-то сайт, материальную помощь. Сколько хотите? От $5, 10 до 100 и больше. Сколько позволяет. Возможно. И вот этот человек называется спонсор на этом сайте patreon.com. Я дам внизу линк такой. Сейчас это элементарно. Все сейчас практически имеют свои кредитные карточки. Только, конечно, вот в странах бывшего Союза YouTube воспринимается как бесплатное развлечение. Однако вот этот сайт показывает, что есть люди, вот такие спонсоры, которые помогают 5, 10, 20 разным людям. И, конечно, скорее всего, эти люди за рубежом находятся. Потому что там такие товарно-денежные отношения, которые мы говорим, они более развиты и устойчивы. Человеку, допустим, со своей кредитной карты послать $10, это как знак уважения, в принципе. Мы даже, Виктор, можем с вами интересно поговорить. Вы же ученый, стоящий твердо на научных позициях. И поговорить о таком... интересной такой теме, как религия. Да, это мы планируем в дальнейшем. Я вам скажу в дальнейшем. Почему? Потому что религиозное мировоззрение охватило массу народа. Да, да, это вот по-научному называется креационизм, о создании всего Богом. А дарвинизм, о создании путем эволюционного развития, как-то сейчас начинают все оспаривать и говорить. Как вы смотрите, чтобы подумать о том, как бы мы с вами эти библейские...